Сказочные герои, персонажи мультфильмов Диснея, знаменитые тачки, горки, аттракционы – все это в детском парке «Солнечный остров». Юных гостей на входе встречали клоуны. Артисты подготовили для ребят праздничную программу. В этом парке аттракционов я уже второй раз. Мне тут очень нравится. День защиты детей – это праздник. Для меня он радостный. И мне он очень нравится. Здесь очень весело, много различных аттракционов. Что попкорн, сладко тут все. В общем, сладкая жизнь. В сказочном парке развлечений «Солнечный остров» установлены более десятка современных аттракционов для детей и взрослых. Колесо обозрения, автодром, надувной батут, летающие слоны, поезд сафари, прыгающие джипы. Ребята смогли прокатиться на каждой карусели. Наш парк существует уже второй год, и для нас стало это уже доброй традицией приглашать детей из детских домов и школ-интернатов. И мы очень рады, что в этот прекрасный, замечательный день мы можем подарить улыбку деткам, которые очень в этом нуждаются. Всех юных посетителей «Солнечного острова» угостили мороженым.